Вот, так, что у нас сегодня? Здорово всем, ребята. Тут, видите, супер на супер внезапночах, как говорится, на супер-супер внезапночах стрим, потому что я думал, что я подойду чуть позже. Вот, но подошел как подошел. Приветствую всех. Так, сегодня смотрел, как ты был за ГСБ Варден на капитана противника, это было жестко. Ну, бывает и такое. Так, спасибо огромное еще Свиву за ресапчик. Привет-привет. Здорово. Слава НТ, слава Муне, так, слава чатику. Так, давайте поздороваемся. Приветствую командование. Я работаю. По всем вопросам. Приветики, Муня. Удачки в Чили. Приветствую, Швед. Спасибо огромное за 30. Спасибо. Сейчас я еще музыку поставлю, ребят. Что-нибудь включу. Хорошо. Порадовал. Тоша, спасибо тебе огромное за 5 подарочных подписочек. Благодарю. По всем вопросам готов. Готов выслушать. И помочь. Приветствую службу безопасности. С нами новое мясо. Магистрат готов помочь и выслушать любого задержанного на станции. Ребята, спасибо вам огромное. Так, касаемо вчерашней ситуации, короче, на Ишке вчера играл мой модер. Вот, и это его не первый прокол. Типа, я посовещался с админами. Вот, там, в общем, все просуммировали, все посмотрели и, короче, нахуй выписали. Вот. Я был к нему снисходителен, даже когда он писал на стриме и смотрел мой стрим, когда я был за Киноград, он из-за детектива. Понимаете, это же все-таки он мне как сын, потому что это мой модер. Но порой бывает, что и отец убивает своего сына, как Иван Грозный. Блин, спасибо, ребята, огромное вам за хайповозыч. Алькора считает подписку, Король Обезьян дарит подписку. Спасибо, ребята, спасибо вам всем большое. Вот. Так что, как это раз бульба, да, да. Все жил, очень жестко. Приложил его. А Борг этому с бухлом выдали медальку. Кстати, Борг вообще вчера MVP матча был. Так, давайте я, пожалуй, включу датчики. Первым делом, как мы зашли, за любого там представителя или кого-то еще, включил датчики. Это, ой, блять, ну и разделся. Спасибо огромное Сиду еще за 5 подарочных подписок. Благодарю вас, ребята, благодарю. Я голенький. Спасибо вам огромное. Это флешечка, это медалька, насколько я понимаю. Спасибо вам, спасибо. Хорошо. Порадовал. Так, закрываем, значит, двери. Надо написать. А, ну ладно, не буду писать, почему сегодня без вебки. Просто потому его что. Только в зону не заносит. Ну, что я хочу почилить. Я сижу тут в халатике, пацаны. Я курил кальян сегодня. Вот, слушал одну презентацию там по новой рекламе, которую предлагали. Отлично, но, наверное, она мне не подходит. Ну, сейчас мы... Такой сегодня деловой день у меня был. Попробуй одеваться по фасту на Е. Да зачем? Я привык кликать. Я знаю, что так можно, спасибо, но зачем? Клоун. Так, спасибо огромное Миколайну еще за 5 подарочных подписок. Ребята, благодарю вас всех, благодарю. Так, ГП на связь, откройте инженера Костенской, можно клоуна к себе. Так. Так. Магистрат снял парик. Ну, я думал, его нужно надевать только на суде. Здорово, если ты русский, покажи жопу. Вот сейчас показываю. Блин, не показалось. Моня, что сейчас с табаков забиваешь? Я сегодня курил чабаку вместе с элементом и вместе с Дарксайдом. Я там микс себе сделал такой. Неплохо. Ну, спасибо тебе. Дынька с яблоком белым и немножко суперновая. Ну, это мята. Спасибо, ребята, вам всем огромное за подписку. Так. Кто-то в РНД выпустил плазму. Думаю, это ваша работа АВД. С нами новое У нас мясо. Есть АВД. Да, кстати. Карл Франко. Франко, займитесь данным вопросом. Тошка еще дарит одну. Его. И еще король обезьян дарит подписку. Спасибо. Тошка 13, вернее. Не Тоша Мэн, а Тошка 13. Благодарю вас, ребята. Благодарю. Так, ставка на раунд будет. А что ставить? Умру ли я или выживу? Мы не знаем, во-первых, что за антаги. Понятия не имеем.
Вон, крыса уже тащит. Я не понял. Что? Вы сейчас в мышь стреляли? Украла сыр. Стой. Отдай мне. Вот этот... Кто стрелял в мышь? Неуловимая мелочь, сэр. Я вам не сэр. Так, кто стрелял... Отлично, есть пополнение. Ну, сейчас мы... Зачем вы использовали оружие не по назначению? Отлично, есть пополнение. Ну, сейчас мы... Спасибо, ребята, всем огромное. Берег еще там рисабается. По назначению. По какому назначению? Мышь несла... Код какой, блядь? Подождите, давайте разберемся. Вредители. Мыши-вредители. У вас прописано в СРП, что вы вредителей должны ликвидировать с помощью оружия. Всем привет. Вы бы могли ее просто поймать. Зеленый кот. Вы стреляете из пистолета. Да это не душка. Джустик, спасибо тебе огромное за намис. Спасибо. Верткий гаденыш. Разберемся. АВД. Минуточку. Смотрите. Ситуация следующего характера. Эти двое стреляли по мыши. Которая украла сыр. В зеленый кот. Ужас. Ужас. Ого. Украла сыр, затем использовала жизненно-важные органы станции. Какие? Какие органы? Это не 106-я ли? А вы знаете, давайте посмотрим. Какая это у нас статейка, блядь. Так, давайте посмотрим, блядь. 106-я. Это злоупотребление экипировкой. Да, да, очень похоже... Очень похоже на 106-ю. Это, кстати, хорошая ВД, Карл. Охуенный. Вот еще одна. Ой-ой-ой. Смотрите. Что скажете? Скажете о ВД? Ой-ой-ой-ой-ой. Подходит. Думаю, ГСБ будет интересно. Займётесь? Знаете что, блять? Да, могу. Отлично, спасибо. Видать, судьба такая. Мы идем работать. Это ненадолго, блять. Так, ой, Deus Mechanicus, спасибо тебе тоже огромное за 5 подарочных подписок. Оружие должно всегда находиться в кобуре или сумке. Однако при задержании, подозреваемый применил оружие в руках во время регулируемых. Мышь, блять, бежит мышь, он ее нахуй с пистолета. Пуф, блять, победные мышки, блять. Хуярит только так. Сейчас я ее позову. Фига себе. Тю-тю-тю, блять. Иди сюда, мышка.
Тю-тю-тю-тю-тю. Сквик. Можешь жить у меня. Только не грызи ничего. Душить людей, пацаны, это нормально. А вот душить животных, это неправильно. Так. Так. Тащи его с анализы. Так. Мне нужно открыть себе юрисдикции. Замышлял игра, да, скорее всего. Да, я сырые дам, но чутка позже. Чутка попозже. Так, сейчас. Душить удава, пацаны, тоже нормальная тема. Если вы одинокий мужчина, самое оно. Так, взрыв токсина пришел по причине некомпетентности ученых. Я и говорю, что не имеет права использовать оружие, зеленый код, в принципе. Да-да. Ты просто не умеешь готовить мышь. Так. Я принесу сыр. Берешь его за анализ, спрашиваешь рядом мыши. Мышь кажется таким маусом и раскрывает дело лучше, чем срочники на СБ. Все может быть. Здорово, кстати, Краусид. Здорово. Сегодня была такая забавная ситуация, короче. Там с утра я проснулся, что-то типа, ну... там у Алькора какие-то разборки были в чате. И челы такие пишут, типа, вот в Universe ЧСВ. Я такой, ну, смотрю этих челов, короче, смотрю, анализирую. Одному, короче, пишу, типа, чел, там, а в чем там проблемы, типа, давай их урегулируем, типа, давай конфликт сгладим, если тебе какие-то, что-то не так, можно сыра. Душить животных неправильно, сказал Муниверс, который заебашил бедного попугу и выкинул его в мусорку библиотеку. Ну, это другой Муниверс, это Муниверс ГСБ, блядь. Вот. Такой пишу челу. А он мне даже нахуй не отвечает. Я вот такой сижу, типа, знаете, как Жак Фреско, блядь, думаю, а в чем загадка? Если ЧСВ я, то почему чел мне даже, блядь, не отвечает? Думаю, ладно, вопросов нету. Так. Сэр. Да-да. Запомните, вы же свидетель. Давайте, конечно. Еще бы. Вот моя золотая ручка, блять. У меня все есть. Итак, свидетель. Я распишусь, пожалуй, в этой строчке. Я, пожалуй, распишусь. Показания. Я видел, как двое офицеров СБ, а именно Антон Журавлев. Журавлев. Блять, там еще третий был. Ой, ё-моё. Потом еще один привет. Раз по приколу подписался. Из Севастополя. Всего хорошего и самого доброго. ВС никак не успевал на твои стримы с этой работой. Дружище, спасибо тебе огромное за 2000 рублей. Спасибо тебе за большой донат. Приятного тебе просмотра и... Тебе тоже всего самого хорошего и самого доброго. Пускай... В семье всегда царит тепло и здоровье. Самое главное. И к Везерту спасибо за 15 рублей. Спасибо, дружище. Так, как двое офицеров, именно Антон и Серый Вульф, бежали за мышью. Один из них использовал пистолет и стрелял в бедную мышку, которая тащила сыр своим детям. Ну ладно, это уже лишнее. Может, реально это он тащил сыр своим детишкам, чтобы они не умерли. Так. Которая тащила сыр. Все это происходило... Зеленый кот.
Уж указанные по данным правдивые, достаточно верные. Так, я под... Так, ну вроде все. Готово. Проверьте. У вас и есть, да вроде что-то был. Вроде бы. А что в кармане за предметы? А что у нас в карманах? Ну, дубинка и... Печать нужна? Печать поставить? Спасибо еще раз Некселю, спасибо. И всем спасибо, ребят, кто сегодня поддержал, там сабочку подарил, переподписался, заказал водичку выпить. Я пью свежевыжатый сок. Да, пожалуйста. Да на здоровье. Сейчас поставим. Выйдет. А, именно в карманах? Ну, это печать, я так понимаю. Или это медаль. Благодарю. Если нужны, если... Если что, обращайтесь. Конечно. Так, давайте читать рацию. Инженеров Карго, АПС у КМ сдохло. Полезный вирус готов, ожидает вас медбэя. Кабинет психиатра откройте. Инженеры идут токсины, но не в химию меда. Так и запишем. Может, отвалишь? Я не могу бросить работу на полпути. Лучше, чтобы мед не отваливал от тебя. Может, отвалишь? Бля. Так, Максон Стренглер, уборщик. На кухне бойно, боже, там кого-то расчленили. Так. Бюрократ общества за закон спрашивает про печать. Ну, я же, может, АВД проверяю. Угу. Так. Капитан, где вы? На кухне заготавливают мясо, мясо отбивается. Так, окей, си. Надо навести чуть более порядок. Мне не нравится, что стол очень захламлен, там где сидит магистрат. Космический закон, блядь. Да. Сейчас переставим. Возьмем папочку. Все красиво сейчас сделаем. Ручечку дополнительную. Ручечку нашу. Помогите. Где? Я спрашиваю, борщика, можно КРНД? А Максим уже, наверное, кого-то киляет, блядь. Например, потроха жидкость. Да? А что же он там делает, а? А что же он там делает? Так. Ля, муня, точка, вот уважение тебе, что отыгрываешь РП с мышью, ну, точка, часто хотят. На ней залетаю, ибо на мейне мест обычно свободных пойдем нет. Пойдем погуляем. А цивилом быть не хочется, точка, очень радует, когда кто-то с тобой взаимодействует. Мистер Маус. Спасибо за донат еще. Здорово, ребята, кто еще на стрим подходит, всем привет. Добрый вечер. Сквик. Ух ты, ебать. Сырное колесо просто огромное. Ой, сколько сыра, блядь. А шинник на мыши вряд ли повесится. А может и повесится, кстати. Как ваши дела? Все отлично. А ваши? Оргом хочу стать. Служить НТ. Сделай робобургер. Нет. Пожалуйста. Ебать, там кого-то ебашут. Блядь, а. За что они клоуны ебашут, а? Что происходит? Они, блядь, клоуна пиздят. Он их там с игрушечного револьвера застреливает, они его пиздят, хуярят.
Вы что творите? Я в ахуе, что, блядь, происходит? Ёбаный в рот, боже. А, помогите. Может тебя зернуть? Кошмар какой-то, синдикатовский револьвер. Это игрушка. Игрушка СБ. А не револьвер. Мы слов одни эмоции. Умер. Я играл в автоматы. Росгвардия, блять. То есть сломал автоматы. Вот какой. О боже, блять. АВД, у нас много работы. Что я делаю вашу работу? Магистрат, да, я внимательно слушаю. Он признался. Я наблюдаю, наблюдаю, слушаю. У нас офицер буйный. Кто именно? Вот этот? Журавлёв? Кто-то зерит. Журавлёв? Он еще наручники проебал. Он еще и понес потерю дорогостоящего. Блять, а ну прекратите нахуй! Да хер пойми. Антон Журавлёв и Роман Вихрот. Вы развините, я прекрасно вижу. Я прекрасно вижу. Где ваш начальник? Блять, клоун просто ебёт этих, блять, срочников. Не в курсе. Head of Personal, Head of Security, Юрген Кайзер. Пошлите к вашему начальнику. Я нужен? Да. Он 3SB0, блядь. Ой, это жестко. Ебать, он их там просто. Мужики, если бы он был трейдером, он всех зарабастил бы. Вообще в легкую. Так. Я сначала устно доложим. Если что, напишем. Простите, ГСБ. СБ, откройте, там ваш сотрудник. Извините, что прерываем. Клоун МВП, реально цирк целый устроил кеку. Факт, спасибо за 15. В общем, дело такое. Это другая проблема. Ваши сотрудники, офицер Роман и офицер Алексей, только что просто так использовали тайзер против клоуна, который стрелял из игрушечного пистолета. Он свидетель. Свидетель, блять. Опять слепая печать. Я могу составить подробный отчет, но я бы на вашем месте провел беседу. И уволил бы их просто по приказу.
Дабы вам не портить репутацию. Я могу идти. Магистрат, да-да. Я гляжу за Антоном, нарушения однократные. Составьте приказ. Его 100%. Составьте приказ и увольте. Я не хочу в это вмешиваться. Уже пояснял, почему. Он еще на брифинге сказал, что вы душный, вы знакомы с ним? Нет, впервые вижу. Блять, что? Он еще прошлый раунд... Он, типа, прошлый раунд вспомнил. Эфлан. Эфлан. Додик. Так, а вот с вторым постараюсь беседой. Хорошо. Все-таки они у меня в парах работают. Надеюсь на... справедливое решение. Блять, так обосраться. Сначала в начале с мышью, потом, блять, потом клоуна нахуй. Ой, блять. Седьмой, пауки? Это что, подождите, пятый блоб? Седьмой, чё? Про мышку не забывай. Ну ты как, мистер Маус? Просто вирус, да-да-да, седьмой вирус. Пятый пауки, третий блоб. А, пауки третий, пятый... Тесла? Твою мать, блядь. И откройте Еву, мне страшно. Тесла, Тесла. Ебанет Тесла. Спасибо огромное, Найтфайтер, за реса. Спасибо, третий месяц уже с нами. Благодарю тебя, дружище. Тесла в порядке. Не Тесла, а не Тесла. Можно присесть. Сыр там. У тебя есть камеры? Не, вроде нет у меня камеры. Это для заключенных. Это просто доступ. АВД вы скоро. Офицер Антон и пилот Брик немедленно. Ой, пиздаем. Сейчас, мужички, вот так вот, знаете, они заходят. Сейчас начнется такой вот РП. Они заходят, короче. Стоит ГСБ, блядь, с такой большой дубинкой и говорит: ребята, снимайте штанишки, блядь. Сейчас будет плохо. За мышей, котов, остальных тоже кто-то играет? Да, можно за любого играть. Ты кто такой, сука? Чтобы это сделать? Добрый вечер. Добрый. Товарищ Мунивер, убедительная просьба. Прекратите играть в СС-13. У меня куча дел, но приходится с удовольствием смотреть ваш стрим. Слушайте, ну, есть же записи, господин уважаемый. Спасибо вам огромное за донат. Кэпка, вам не писали с ЦК, второй взрыв. А вот этот еще один взрыв очередной. Спасибо, благодарю. Ебать, там опять клоун суеты наводит. Твою мать, блядь. Там все на бананах подскальзываются. Понг. Ой, драка, блять. Ну-ка, вот где СБшники? Драка. И почему? Чел, блять, пиздит чела. А все СБшникам похуй. Лови пилюлю, фрая. Накфайтер, спасибо за подарочную подписку. Пошли. Сообщаю, что на шестёре стоял арест. Thank you.
Офицеры полетели с ним на Лава Лэнд. Шахтер утверждал, что он спас Парамеда Фултоном. Сейчас ушел на лаву за ним. Вопрос, какого хрена? А какого хрена? Тут нужен не только магистрат, но еще и АВД. А лучше два АВД. Дай укусить. Так. Короче, я занимаюсь вопросом шахтера. Пчелы Боня, пчелы генетика. Как я вам рассказал. Пошли. Так с батя своему будешь говорить, блядь. Офицер, сдать экипировку, все, его уволили нахуй. Магистрат, проследи. Так у вас. Так у вас Варден есть. Я-то тут зачем? Да ты охуел, блять. Ты что себе позволяешь? Свин. Он в меня кидает. Варден. Прекратить. Больно в ноге. Чеши свое ЧСВ. Ясно. Вы слишком слабое звено, вы покидаете наш проект. Блять, а чел-то нормальный казался. Эх. Сикей знакомый. Странно. Не ожидал. А я его добавлял, кстати. Ну вот что такое, а? Вот что такое? Ну как так получается? Как так вот будет? Пошли, мышь. Да я понимаю, что персонажу. Типа, блять, что-то как-то перебор. Ладно, я с ним потом беседу проведу. Я всегда беседую. Видать, судьба такая. Если все обратно, если все окей, потом нормально. Да за что его? За прошлый раунд. Четучая СВ зачесалась. Да, что-то ЧСВ, ребят, чешется вообще. Вероятно. Спасибо еще Найтфайтеру за то, что без руки подписал. Так. У нас, у него, оказывается, воспоминания из прошлого раунда, блядь. Не, так вроде чел-то нормальный, блядь. Не знаю, может он реально так отыгрывал. Я его не кикал. Я просто посмотрел, кто это.
Так, сюда. Каждый новый раунд ССК абсолютно новый. Ты не можешь что-то помнить прошлого раунда. Говорить и дать что-то. Так. Надо вот взять мыши, переводчик. Переводчик взять. Детектив, вы где? А что у нас? Что-то кого-то задержали или что? А можно газетку, кстати, печатать. Нужно журналиста его взять. Вчера, короче, был еще СБшник Цицерон Смертин. Типа, он там щиткюрил немножко. Что сделал чел? Он там, короче, щиткюрил. Я сказал ему 2 месяца джобки. Так, ты пока тут посиди. Я скоро вернусь. И, короче, туда-сюда. Туда-сюда. На утро он написал. Там целое эссе, почему он так сделал, что им движило. Я с ним пообщался. Мы друг друга услышали, я сказал, 10 дней джобочки устроят, типа так, профилактическое. Он говорит, будь справедливо. Он просто прям свои действия расписал, все по полочкам. Что он и зачем он это сделал. Так, сыр, мне бы сыра, а зачем я тебе беру? Повар. Да-да, я про это же. Он типа ГСБ написал, что... Да-да, сырное колесо, пожалуйста. Робочка, ну это запрет. Запрет играть на роли. Типа не бан, но запрет играть. Спасибо, спасибо. Клоун. Коммунистов любит. Мышь там не лопнет, нормально. Будет, она себе сделает домик в сырном колесе. Так, сейчас я скажу за переводчика. Мне нужно кое-что посмотреть на Википедии. Так, так, правдивые новости о жизни низкий бряда. Священник-мастер косметического ремонта. Так, а у меня, блять, а как это? У магистрата даже нельзя новости почитать. Пишется. Это тебе сырное колесо. Твой сыр бил. Подождите, где... А, вот новости, да, действительно есть. Это возле помойки. Блять, короче, я у журналиста нет. Я лучше возьму газетку, ребята. Вот это будет... И это будет лучше. Кто пчелок уважает? Так, а у кого мне, у РНД или ученых надо, наверное? Переводчик с животного языка. Видите, чел тут прошел. Ну, последний в очереди, но я встану сюда. Так.
смотреть стрим вообще изи, решил поиграть, посчитал вики, зашел на станцию, первые 4 раунда, вообще в кнопках путался. Так многие люди, типа, не разобравшись, душат очень часто по той или иной причине. Вот, а я не знаю, типа, Алькора сегодня так душили в некоторых моментах, я просто сижу, я не знаю, как он держится, потому что я на такие моменты, не то что бомблю, я просто негодую, я испытываю негодование очень большое. Хочется надо реально послать. Как эта хуйня называется? Здравствуйте. Можно ли переводчик мышиного? Да? Вот так? Вот анализер. Что даст? Спасибо. Многие просто не понимают, не разбираются. Мужики, блин, мейн всегда открыт. Можно поиграть, можно понажимать кнопки, посмотреть, как это. Диктофон, скуть, диктофон долго. Это прям будет, я так понимаю, я буду видеть... Да никто не душил, он вроде и сам рофлил с того, что проебывался. Мы же любя эйпа. Запрос пройти Медвеус вирус. Пошлите. Спасибо еще за 15. А мне не очень тяжело играть на определенной роли, так как не занят всегда. Диктофон вроде переводит, но там уже транскрипцию печатать. Мне вирусологию надо. Да? Кто тут? Кто занимается вирусом? Кто? 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 Мы еще сыр доел вот это. Ну вот же вирусу. Торджион. Парамед. Здоров. У меня вирус. А, мне СМО дал таблетку? Не, вы здоровы, отлично. Я не увидел, сори. Я не увидел. Вижу, теперь вижу. Вот опять же. Я бы советовал не на мейн, а на эксит идти. Там всему научат и подскажут. А, на эксит, да, кстати, там нет чач, там берите на заметку. Там можно играть вообще на чиле, на расслабоне, сидеть в баре, пиздеть, пить. Вот, если любитель, если хотите поиграть на вульпочке. Кто мне подкинул газету? Что это такое? Это не газета, что это? Ньюспейпер. Ну, а как ей пользоваться? Ебать, сидит. Как эта штука работает? Так. Ну-ка. Скажи что-нибудь. Добил ТРВ старый, как твой Жигуль 7. Пик. Еще раз. Сквик. Блять, как она работает? Да как работает эта штука? У меня не так. Нажимаешь кнопку, и она следующую фразу переводит. Сквик. Ну вот, смотрите. Вот я нажал бипс, no recording input. Положи рядом. Спасибо огромное, Над, тебе третий... Ой, какой третий? 14 месяцев. Благодарю тебя, старик. Сквик. А, сыр-сыр. Сыр? Ты сказал сыр?
А, перед каждой фразой надо вязать. Еще разок. Пипс, где меч, добрый вечер. Блять, это не то, это Антуан Хомяков не сказал. Вон он, подошел еще один. Сыр, вот. А по-любому есть импланты. Так. А мышь может активировать? Магистрат, приветствую. Обнаружена угроза. Обнаружен Борг. Возможный разносчик вируса. Она здорова. Трогать. Так. На НТ поступил запрос на нехватку юристов. Так точно. У нас есть проблемы с СБ. Но вроде бы ГСБ их регулировал. Поэтому отправляю срочников. Отправляет. Хорошо. Работайте. Отлично. Я буду этому очень рад. Спасибо. Понг. Хонг, хонг. Да у меня, блядь, пищит этот. Мне кажется, что... Я не могу ничего сделать с этой газетой. Я могу, наверное, только пиздить. Попробуй нажать на кнопочку. Бля, свет тушится. Альт-клик. А, на альт-клик. А, да, действительно, спасибо. Ну, давайте читать. Сквик. Не, нифига. Вот говори. Вижу. О. Видишь. Бля, сейчас Максим доебется. Нет, это ручная. А, я понял. Извините. Он уже, блядь, с этой... С дубинкой, блядь. Да ничего. О! Не мусорь. Не мусорьте. Уборщик. Да что он себе позволяет? Быдло ебаное. Бля, вот Борга бы было хорошо. Что-то сказать хочет. Что-то хочет сказать. Мыша спасен. Верно. Верно. Роу, Алекс. Сыр большеват. Ты можешь сделать в нем сырный дом. О, свежие новости. Так, давайте почитаем.
А что, идея? Так, правдивые новости из жизни Кибериады. Выпуск у нас сегодня 12 часов, по своему времени произошла трагедия. Смена только началась, а ученые выпустили плазму у себя в отсеке, бла-бла-бла. Издевались на животных. Сегодня наш журналист Энж в поисках хорошей истории, приемная медотека, увидел фарву, которая была привязана к стулу. Вид у нее был паршивый, а химик постоянно делает какие-то инъекции. Все тот же сотрудник прятался за противогазом. Дать комментарии он отказался. Успехи отдела робототехники или заговор в людей в халатах? Вот такой малый катается по коридорам. Вид у него безобидный, хотя если вы боитесь шприцов, бегите. Этот робот, может, и помогает с мелкими растениями, но что внутри этой дьявольской машины, никто не знает. Что если она колет яд? Берегите себя и своих коллег. Беспредел СБ. СБ в своем репертуаре. Клоун – самое ничтожное существо, что над ними потешаться и не воспринимать его всерьез. Но СБ так не думает. Вероятно, там все садисты или гуманоиды с комплексом неполноценности. Обижать убогого неправильно. Позор таким безопасникам. Хлеб. Хлеб. Мы не едим ничего, кроме хлеба. Надеюсь, повар готовит что-то грандиозное, иначе от веления только можно позавидовать. В РНД опять взрывы. Массовый взрыв в РНД уже второй раз за смену, этот раз Денис Косячный, имя говорит само за себя. Стал жертвой своих безумных экспериментов. Рано или поздно эта станция взлетит на воздух из-за таких, как он. Ужин. Действительно, повар занимался искусством. Сегодня на ужин индейка. Поблагодарите этого малого после плотного перекуса. Священник, мастер космического ремонта. Вот так приобрелась наша церковь в текущую смену силами одного капеллана. Эпидемия, ваш покорный провел, бла-бла-бла. Это неинтересно, поле погиб. Сегодня при невыясненной скончала, наверное, доставучая, но все же родная птичка. Покойся с миром. Так. Хочется что-то сказать. Культисты на аванпосте. Ой-ой, у нас культ. Чем займемся? У нас беда. Культ. Так что будь осторожен, мистер Маус. СБ, сделать анонс в угрозе культа. У меня майншилд, я не могу быть в культе. И выставил статус на них. Можешь использовать мышь как разведчика? О, кстати. Кстати, бля, ебать ты гений, это хороший план. Слушай, мистер Маус, ты же шустрый. Можешь гонять там и тут. Ты уши развесил, блядь. Так, а что если ты будешь моим шпионом? Ты можешь ходить по отделам и слушать, что они говорят. Про всякое. Ну и рассказывать мне. А что F? F. Ой, бля, ебать. Так, ребята, у меня проблемы. Пытаемся стабилизировать интернетище. Так. Что говоришь? Стрим падал, да, я знаю. Но он еще вроде функционирует, я битрейт понизил, потому что, ну, какие-то у Ростелекома, видимо, проблемы. А, бля, опять. Это похоже не Ростелеком. Так, красный код, главы бездействует. Что говоришь? Я говорю, что если ты понимаешь речь людей, у тебя бы вышел неплохой шпион.
Это, ребят, короче, это походу Twitch, это не я. Потому что я из игры не влетал. У меня игра в порядке. Значит, это Twitch. Из неизвестных биологических объектов зафиксированы вблизи станции Киберяда. Будь наготове. Так, давай-ка, мыша, скажи мне еще раз. Сейчас все ок. Потому что я битрейт скинул, пацаны, до 3000, потому что станция, она, в принципе, не динамичная пока что. Тем более я сижу, поэтому все должно нормально работать. Саша Адамович, благодарю тебя за ресап, 2 месяца с нами. Благодарю, дружище, спасибо. Больше сыра и по рукам. Я дам тебе 5 колес. Пять сырных колес. Так, возможно, ситуация стабилизировалась, ребята. Потихонечку добавляю битрейтика, ребята. Вторую включаю, вторую даю, блядь. На вторую переключился. Пойдет. Тогда вперед. Узнай, что происходит на мостике. В чем разница между НТР и ВД? НТР это судья, а НТР это представитель просто на Натрейзен. Советник, да, грубо говоря. А магистрат это прям судья судьей, высший структурный орган. Мы же не понимаем, что здесь язык человеческий без перевода. Сквик. Что? А, ну да, наверное, вы знаете, наверное, мы должны были говорить через перевод. Типа я должен был говорить через переводчик. Хотя. Не, мне никакое оружие не положено. Человек горит в баре. Первый взнос, говорю. А это что? А это тебе? А это что? Разве не взнос? Не, это я не сам себя переводил. Это я якобы типа ему транслировал. Еще один к моему приходу тогда. Будет инфа... Будет сыр. Я человек слова. Только не смей врать. А то придет... Здорово, приятель! Уборщик Стрэнглер. А ты знаешь, что делают уборщики с мышами? Спасибо огромное, Твинкил, за подарочную сабочку еще одну. Благодарю тебя. Кормят? Нет. Они их выбрасывают. Космос. Пять дропает. Да ёб твою мать. Что ж ты будешь делать-то, а, блядь? Врубай первую, врубил. Врубил первую. Нет, слотов пока нету. Может, ОБС дропает? Может, и ОБС дропает. Но у других стримеров нет проблем. Может, серваки ОБСовские? Так, жуть какая, ладно, по лапкам. По рукам. Давай. Просто если бы типа у меня с интернетом были проблемы, у меня бы СС. В СС-ке тоже были проблемы. А у меня есть и с ВСС-ки проблемы. Пинг у меня высоковатый. Это, похоже, Ростелеком ебаный. Да, блять, что ж такое-то, а?
Ёбаный в рот, блядь. Ладно, мужики, сейчас будет качество 1000, блядь, 1500p. Товарищ ГСБ на станции, планируется бунт. Откуда информация? У меня крыса в их рядах. Огромная приз за 15. Блэка недавно стрим дропнул. Ну, Джим. Ну, смотрите, игра у меня, в принципе, плюс-минус. Как бы есть какая-то задержечка. Да. Что-то с интернет еще. Проблемы с доступом. Будем стараться жить, я не знаю как. Магистрат. Да. Блять, хорошо, что я на роли магистрата. Сейчас бы пиздец мучился. Так этот ССБ утверждает, что это костюм Катрамбада, но это не так. Название в КЗ. В КЗ он отмечен как контрабанда. Спасибо огромное тебе, Илмастер, за подписку. Машер. Машер. Благодарю. Спасибо большое. Если не отмечен. Офицер СБ. Я вам вопрос задал. Задумался. Это что? Космозакон. Ёбаный. Так. Ладно, виноват, но с него другой стоит на станции культ, пацан, этот костюм может оказаться в плохих руках. Если он не находится в КЗ, вернее, не указан как контрабанда, вы не имеете права убирать его как контрабанда. Блять, а может меня тут досят? Есть такое, есть такая вероятность? Так. Эксплорер соблюдает свой СРП, но свищи с гита на станции. Он не должен выносить это дело. Как вам такое? Я вас спрашиваю. Он задокументирует. Он возьмет именно разрешение ГСБ. Может спокойно носить. Тем более. Роза культа. Где оно где? Он напишет. Человек только с гейта. Не кричите. Да. Лаги присутствуют. Мужики, а если я ребутнусь? Терпим? Я пробую ребутнуться.